Не, да, это ладно. Да. Да, эти карты не удешевляются, потому что они в начале были. К сожалению. Так, ну давай, ладно, змея отдадим просто так тогда. Под его. Ё-моё! А, ну брони у него нету. Брони у него, конечно, нету, но неприятно все равно. 8. Давай. Еще эволюцию. О-о. Так. А вот это интересно. А, как мы можем его убить? Так, стоп. 5. За 0. Будет, блин, да будет шикарно, если я попаду. Можем, в принципе, здесь раскопать. То есть первый вариант, как мне намечается, ставить на Тонидоса, кидаем стрелы. Фаербол стоит 3 маны будут стоить. То есть 5 и 3, 8. То есть, в принципе, еще даже одна мана останется, которая не нужна. Но нужна хотя бы, чтобы одна стрела попала сюда. Мы, короче, его игноросом сделаем. И просто гораздо быстрее убьем, получается. Так ведь, да? По-моему, это забавно получилось бы. Лол. Нормально, да? Превратить в игнороса. По-моему, такое еще никто не делал. Но я думаю, у нас не получится, скорее всего, наверняка. Тут три цели и как бы... Есть вариант кабанчик. 4 атаки, да, у него? Кабанчик 4 атаки. Либо вот здесь. Кабанчик будет 5 атаки на толку. 5 плюс 3. Ну, в принципе, тоже шанс есть, но надо 2, чтобы попало сюда. Либо кабанчика 4, 3. И еще сабилки 2. 4. О, погоди-ка, может реально так... А, не попадем, я же на стрелами всеми тремя попасть, получается. То есть здесь гарантированно 4 урона. А здесь будет 2. 2 силы атаки у героя. То есть 6. А, получается, одной стрелой попасть надо. То есть так и так, но через Антонидаса мне, кстати, больше нравится, на самом деле. Фаербол 4 стоит, он должен стоить 3, по идее. Тебе нужна моя помощь? Попади одним, хотя бы одним. Да ладно. Нарочно. У твоих родителей вообще были любимые дети? Нормально. Нормально. Вот так вот. Бывает. Бывает. Превратили в Рагнароса, блин. Записывайте, как говорится, да? Так, ну что получается? На следующем ходу мы просто его убиваем. То есть 4, 6, здесь еще 2, то есть 4, 12 урона, то есть 100% есть 12 урона. Если у них никаких таунтов не будет, то в принципе мы его точно убиваем. Забавно. Вот. И при том, что он не отхилится больше, потому что у него это, как бы, забавно. То есть я лицом даже его добью. Я ведь правильно понимаю? Подожди, а если я неправильно понимаю, если не сработает, что будем так уже? 2, 4 маны, 7. Ну, в принципе, хватит, если что, на кабанчика нам хватит, да. То есть, по идее, я правильно понимаю, я заюзаю, эту юзаю, ну как бы неважно, на самом деле, что я тут юзаю. То есть, 2 атаки у нас. Да. Ай, забавно, забавно. Чего? Короче, даже Хардстоун